Ой, тут так опасно сегодня. Видишь, какую насыпь сделали? Мам, давай с тобой. Ох, сейчас ноги промочите. А вы у кого хлеб утянули, дочь? А? Дядя разрешил? Возле моря оно такое это сильно хлюпает, но мы на камни идем смелые мы, такие смелые, что аж нам в цирке выступать. Всем привет, мои дорогие подписчики. Ну что, можете еще раз меня поздравить, хотя я читала под предыдущим видео все ваши поздравления. Большое спасибо, нас уже 10 тысяч. Для кого-то, наверное, это очень мало, а для меня это большое количество подписчиков, потому что затевалось это все. Ну, я даже не помню, как я пришла к той мысли, что мне нужно вести свой канал на YouTube, рассказывать о нашем переезде. Смотрела других блогеров и никогда не думала, что у меня будет столько подписчиков. Спасибо огромное за ваше внимание, за ваши лайки, комментарии, за время, которое вы проводите с нами, сопереживаете, советуете. Всем вам посылаю лучики добра и хорошего настроения. Мы сегодня в Анапе гуляем. Я встречалась со своими подписчиками из Красноярска. Приехали, передали нам гостинцы. Самые крутые, наверное, гостинцы из Красноярска. Это красконовские конфеты, потому что здесь без них, конечно, очень скучно и не сладко совсем. Таких вкусных конфет, как наш краскон, конечно, здесь нету. Ну и, конечно же, мы не могли не заехать на море. Сегодня классная погода, 15 градусов и нету ветра. Такая, можно сказать, лагуна. Мы, как обычно, на Малой бухте. На песок я не успела на песчаный пляж сходить со своей семьей. Была у подписчиков, а сейчас вот гуляем здесь. Такие моменты мне всегда хочется. Ну, жалко, наверное, что я не могу передать вам этот аромат моря. Просто невероятный какой-то запах. И всегда, когда мы сюда приезжаем, и сколько вот мы жили в Анапе, месяцами жили, и всегда я сюда прихожу, и первое, что я делаю, это глубокий вдох, потому что этот запах, ой, просто не передать словами. А сейчас я, наверное, немножко помолчу,
И пока никого нет, дам насладиться вам шумом моря. Моя семья уже ушли на камушки. Пойдемте тоже с вами. До них дойдем. Дети захотели полазить по большим камням. Просто не отойти. Вода чистая, красиво. Мне нравится это место, малая бухта. И летом мы сюда ходим чисто, здесь, как правило, всегда. Наверное, кто отдыхал в Анапе, сейчас узнает это место. Вообще, у меня были такие, конечно, планы. Думаю, когда у меня будет 10 тысяч подписчиков, я обязательно куда-то вас вывезу на какую-то экскурсию. Но, к сожалению, погода не позволяет, дожди постоянно идут, и вот эта сырость не дает все равно природе раскрыться полностью. Я хочу съездить, у меня есть планы в несколько мест красивых, и вам, конечно, показать, я надеюсь, в апреле, может, к концу апреля получится, или на майских праздниках куда-то нам все-таки с вами выехать. Будут теплые солнечные денечки. И куда-нибудь обязательно съездим. Я хочу и в Краснодар, и в долину Левкадия, и еще несколько мест. Может, у вас есть какие-то места, в которых вы бы хотели побывать вместе с нами. Можете писать в комментариях. Ну, здесь мы летом и отдыхаем всегда. В самом конце. Сюда привезли камни еще. Подвозят они каждый сезон. В апреле подвозят. Мы уже тоже как-то попадали,
что подвозили, отсыпают берег, вот там вот в начале, где лебеди. И они такие грязные-грязные, у нас дети все извалялись тоже. Все в пыли, в грязи. Ну ничего. Все отстираем, зато такие позитивные эмоции. Кирочка, пойдем. Пошли.